Кстати, между прочим, я сам до этого дошел, и сейчас я про это услышу. Разрегулировать машину по-английски. Да, странно. Уйти по-английски, разогревать машину по-английски, видимо, означает очень деликатно, дипломатично и потихоньку. Вот так я и делал. Уже на медленном ходу еду, чтобы просто не стоять, не барабанить движок. Движочек. Мой ракетный двигатель. Так, а здесь я пройду или нет? Что тут за... Какое цвет представления? Да, ребятки. Нет, солнышко уже такое, более уже такое к лету тянет, да? Черт его знает. Ну ладно. Выживем как-нибудь. Ну вот, собственно, пришлось объезжать через вот этот большой райский поворот. Зима продолжается, да, я уже сказал, в предыдущем видео сказал или в этом, что необходимо покататься на лыжах в обязательном порядке. А есть лыжня вдоль Москва-реки, что, в общем-то, довольно, как ты понимаешь, ну, для Москвы это небывалое дело, прям скажем. Вот, ну, сейчас заправимся. Ну, что еще-то сказать? Перегруз сознания — штука страшная. И лучше, конечно, это прекрасно, значит, все это же выписывает фильм, как там называется, «Нетрудно быть богом», подожди, нет, ну, с Джимом Керри, Брюс Всемогущий, вот так вот. Так что, хуй захочешь все в мире понять и всем посочувствовать, и сразу же захлебнешься.